Иерихон здесь. Пожалуйста. Спасибо. А, Хэнк, как дела? Как всегда, все по-старому. Как обычно? Да. Какого хера? Простите, лейтенант, я не сразу вас нашел. Ты каждый раз будешь вот так восставать из мертвых? Мой предшественник, к сожалению, был уничтожен. Но его память переписали на другой носитель, это я. Тот инцидент не повлияет на ход расследования. Не повлияет, говоришь? Тебя ж только что в лепешку размазал. И ты являешься, как ни в чем не бывало. Робот был уничтожен. Его просто заменили таким же роботом. Не понимаю, что вас так взволновало. Ага, пошел ты. Пошел ты. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Конор! У тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет, я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Просто закрыв глаза? Верно. Черт. Мне б так уметь. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Что за хрень? Эх, господи, ну и вонище. Похоже, зря притащились. Он ушел.
Мне надо на воздух. Эти права поддельные. Круто! Хоть не зря приперлись. Ай, ненавижу я этих тварей! РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает. Бумажные книги. Думал, я последний кретин, который такие хранит. В электронной читалке нет аромата. У нее и страницы не желтеют. Но тебе-то этого не понять. Себе. Этот псих реально их тут прикармливал. Что-то в раковине. Иди глянь.
Дальше тут смотреть нечего. Пошли с этой помойки, пока у меня астма не началась. Мы что-то упустили. В другой раз соображай быстрее, Шерлок. Хватит с меня этой помойки. Кыш отсюда! Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Сколько вас тут? В рабочем состоянии 19. У всех остальных сильные повреждения. Многие стремились к Иерихону. Мало кто дошел. Люди не питают к нам сочувствия. И след оставлен так, чтобы прошел только андроид. Иерихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Есть место, где наши свободны! Понимаю твои эмоции, но все же у тебя не было и такой свободы. Раньше вами управляли люди, а теперь управляет страх. Да никакие вы не свободные. У вас просто другой хозяин. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали. Но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Сходи, как Люси. Может, будет полезно.
духе, наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я не хочу отключаться. Говорят, люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Тебе, Маркус. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь.
Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем.
какие ты выполняла функции? Тебе-то что? А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Эрихон вариант не хуже прочих. Если многим нужны запчасти, голубая кровь, почему же их до сих пор не достали? Не все так просто. Мы же не можем вот так заявиться в магазин. Да и все боятся отсюда нос высунуть. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел.
Ты Люси? Присядь. Покажи. Надо закрыть раму. Дай мне руку. У тебя было все, и ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу.